Джереми Эванс – еще один талант, появившийся в единой лиге ВТБ в этом сезоне. Да-да, это тот самый парень, который становился победителем конкурса по броскам сверху в НБА. Кстати, участвовать в нем он не собирался. И от этого победа получилась еще более эмоциональной. Я узнал, что буду участвовать в конкурсе за неделю после того, как Иман Шамперт получил травму. Болельщики Юты и тренер поддержали меня. Всю неделю я думал о бросках, искал варианты, пытался сделать то, что приходило в голову. А победил я благодаря броску сверху через партнера по команде. Да я еще двумя мячами одновременно забил. Получилось красиво. Форвард Химок не просто забивает мяч сверху. Так могут многие, и для него это слишком скучно. Для него каждый полет кольца условно выход артиста на сцену. Он дарит болельщикам настоящее представление. Это сейчас он известный игрок, а его броски сверху знают во всем мире. Но взлетев высоко, Эванс не забыл, как все начиналось. Первый данк – воспоминание на всю жизнь. Свой первый данк я выполнил в 12 или 13 лет. Мой рост тогда был около 180 сантиметров. Это было в зале перед тренировкой. Высокие полеты – не единственный талант Джереми Эванса. В своих социальных сетях форвард демонстрирует результаты своего вдохновения. Художник-баскетболист. Или баскетболист-художник. В 5 лет я нарисовал свою первую картину. Мне хотелось удивить маму, и это был своеобразный вызов для меня. Мне показалось, что это очень увлекательно и безумно понравилось. Вообще, я считаю, что в баскетболе и рисовании есть похожие вещи. Дайте мне шанс проявить себя. Ну что, попробуем нарисовать портрет нашего капитана. Я закончил портрет. Посмотрим, что скажет Сергей. Эй, капитан Серж, смотри, что у меня есть. Ух ты! Но давайте не будем забывать, Джереми Эванс – настоящий художник. Прежде всего, на баскетбольном паркете. Один из самых ярких игроков единой лиги ВТБ творит чудеса на паркете, заставляя каждого человека верить в то, что люди умеют летать.